Ничего нигде не щелкало, я сразу запел. Серьезно, с 5 лет. Меня никто не заставлял петь. Я сам пластинки ставил, и Лайма Вайкуле, и Алла Пугачева. Первые певицы, которые были 24 часа. Я маленький пел так же, как они. Мечта, могу сказать, что осознанный более такой возраст, это в районе, вот здесь есть кинотеатр, мы ходили с мамой, с папой в кино, а мне лет там, не знаю сколько, 8, 9, 10. И я, голливудское какое-то кино, и женщина спускалась, это, не знаю, это интересно, нет, какое-то такое, а в России же шмотки-то, прошу прощения, где красивые было взять 90-х каких-то, ну где, откуда? И там какое-то блестящее платье такое, и мама говорит, вот такое, говорит, платье-труба называется. Я, говорит, я вот такое хочу, я это запомнил. И у меня была что мечта, что я вырасту, обязательно ей куплю платье. Ну и, собственно, все это сбывалось. А щелкать, не щелкать, не было, альтернатив не было никаких, не было. Это мне за меня там додумывают что-то уже. Я сказал где-то, что, ну, наверное, я бы там сделал бы линию одежды. Ну, это, а потом, журналисты же, правильно, они же нужно закруглить все. И они написали, он профессия вторая, стилист, без глупости, конечно. Нет, я по музыке, я такой упертый, что даже если все равно не там что-то, все с музыкой, короче, связано. Какие-то такие вещи.